Всем привет, меня зовут Ираклий Мараушвили, я сам певец, актерским занимаюсь мастерством уже некоторое время. Недавно переехал в Киев и, честно говоря, изначально пошел сюда, потому что хотел просто продолжать это делать, развиваться, искал правильную команду. Правильность я оцениваю с точки зрения результативности и позитива. И я это все встретил здесь в Splash. Я реально очень доволен и самим курсом. Правда, он был такой скоротечный, хочется еще пойти на следующий, потому что он дает действительно и знания, и уверенность, и потрясающий режиссер, классная команда, и тянет сюда, честно, от души. Поэтому я всем рекомендую, кто задумывается идти сюда, идите. Я также думал, пришел, честно, понравилось. Спасибо большое Splash за то, что дает возможность встретить таких замечательных людей. Вот, спасибо большое Вике, она очень замечательный преподаватель, она сразу умеет становиться своим человеком, умеет ли она такая есть, скорее всего, за искренность, за любовь и за то все, что мы встретились вместе и получили такое большое количество эмоций. Splash – это любовь. Мы сейчас подготовим актер кадр. Вы готовы? Актер готов. Мотор. Я хочу розповісти про курс «Енергетик», який мені дуже сподобався. Він заряджає позитивом, енергією і навчає імпровізації. Ага, ну це просто в мене помічники, тут розумієте, то я готуюся вже до серйозних ролей. Я набрався впевненості, дякуючи цьому всьому виступу, так що ви бачите, вже є піднастір'я. Ну, це нормально. Хочу окремо сказати про Вікторію, нашого режисера. Да, бачите, просто челюсть застряла. Ну, сьогодні виступ був. Вікторію за те, що вона вдохновила, накачала нас емоціями, показала, як розкривати їх, як вірно показувати. Я за це великий вдячний їй і всій команді, і всім ребятам, які приймали в цьому участь. Всім дякую, це було круто, всім рекомендую. Приходьте, прокачуйтесь, набирайтесь знань, вмінь і просто отримуйте задоволення. Всім привіт, мене звати Антоніна Меджанович, якщо вам цікаво. Не буду довго про це говорити, що курс називається «Енергетик». Приходите, получаєте енергію, живчик, класний, все круто. Коротше, просто приходьте і насолоджуйтесь життям. Всім дякую. Привіт, я Альона Хмельницька. Буду немногословна, потому что все еще волнение бурлит во мне. Что интересно, именно в этот раз было, по сравнению с предыдущим курсом, было чуть больше волнения. Я очень переживала перед этим показом, и мой товарищ из моей команды сказал, что если есть волнение, значит есть развитие. И это действительно так. Я чувствую колоссальное развитие после этого курса. Я чувствую, что я поднялась на ступеньку выше. Если в тот раз мы... То есть в этот раз у нас появились более длинные реплики, большие тексты. И что самое важное, удалось кайфануть от всего. Даже понимая, что где-то ты там не доработал, где-то не доиграл. Я считаю, что основное, когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. И это у меня получилось на 100%. Что касается Вики, безумно благодарна. Этот человек меня просто поражает своей отдачей. Насколько она выкладывается каждый раз, каждую тренировку. Мы, люди, которые заплатили, пришли учиться, мы не так выкладывались, как это делала Вика. Это просто восхищает, поражает. Я очень ей за это признательна. Доброго дня, мене звати Марк. Я випускник курсу «Енергетик» театру студії «Splash». Що можу сказати? Навіщо йти в Splash? Перше, це те, якщо вам потрібно трошки вдосконалити свої навики виступів, це насправді дуже допомагає і допомагає в спілкуванні з людьми. Плюс, якщо ви засиділися в офісі, то я вам дуже раджу витягнути свою попу з офіса і прийти в Splash. Це насправді дуже драйвить і дає енергії взагалі жити. А Віка взагалі дуже молодець, це наш режисер. Всім рекомендую йти до Віки, вже другий раз рекомендую. Добрий день, мене звати Володимир Філіпенко. Я тільки що закінчив другий курс «Енергетик». Новий курс, новий рівень, нові емоції, відповідно. Після першого курсу були одні емоції, зараз другі. Чому? Тому що
как я сказал, новый уровень. Это уже больше слов выступлений. Эмоции, естественно, зашкаливают, потому что это уже больше было приближенное к тому, что называется театр. По сравнению, ну, с первым курсом, если так говорить. В общем, мне очень понравилось. Я второй раз был на курсе у режиссера Виктории Маноли. Ей огромная благодарность, естественно. Не зря я пошел к ней второй раз на повторный курс. И всем, кто хочет идти учиться в Сплэш, я желаю, наверное, не желаю, говорю, не думайте, просто идите и учитесь. Здесь круто. Всем привет, меня зовут Алина. Мы только что закончили курс «Энергетик». Это было просто мега энергично. Научили нас раскрывать эмоции. Импровизация просто была у нас на уровне. Были на курсе у Виктории Маноли, очень ей благодарны. Второй раз уже у нее. Всем советую. Меня зовут Настюша. Я только что вот выступила, показалась на показе. И дико этому рада, очень благодарна каждому, кто был в нашей команде, особенно нашему режиссеру, потому что они стали как раз той поддержкой и опорой, которые помогли мне открыться и стать той, кем я сейчас есть, и не останавливать меня в этом, в развитии, имеется в виду. Я очень всем советую идти. В принципе, вопрос, когда встает, делать или не делать, обязательно делать, иначе нет смысла в этом всем, нет смысла просто жить, смысл. Лучше же кайфовать от всего того, что происходит вокруг тебя, и провоцировать эти вещи, которые потом в итоге дадут тебе колоссальный опыт, эмоций и людей.